Он написал книжку «Капитал». Вопрос, который ставит в ступор. Карл Маркс, ну это один человек, а не два. А Слава КПСС, это вообще не человек. Карл Маркс – это зачинщик теории в Германии. По-моему, в Германии это он начал фашизм. И после него были последователи. Ну, он, грубо говоря, начал Вторую мировую войну. То есть вот это все завоевание, это пошло от него. Ну, я-то знаю, кто он такой. Ну, сейчас не скажу. Подождите. Писатель. А что он написал? Вот что написал, не знаю. Карл Маркс, ученый? Да вообще основатель. Чего? Капитала. Книга «Капитал», знаете? Кто такой Карл Маркс? Это какой-то немецкий вождь был. Ну, основатель коммунизма.